Стекло! Товарищ Верховный Главнокомандующий, личный состав Российского университета спецназ имени Владимира Владимировича Путина построен. Докладывает начальник республиканского спецназа генерал-майор Домодов. Ванна! Как российские образцы, так и трофейные образцы, то, что мы получили во время различных стран. Пулеметы, штурмовые винтовки, автоматический гранатомет, американская копия гранатомета РПГ-7 российского производства, сделана специально для того, чтобы можно было использовать российские выстрелы, стрелять российскими выстрелами. Это турецкий штурмовый гранатомет, это американский походный гранатомет, ну и штурмовые винтовки с подствольным гранатометом. Это штурмовая винтовка украинского производства и пусковая установка известного «Джавелина».